И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival World. Все так же с модом Afterlife. И все так же на сервере за ваш PvE 10x. Как я уже говорил раньше, в прошлой серии, я не буду возиться с сатфачами. Сначала притомлю спирита тиранозавра. Ну, здесь пока туда-сюда бегал, убил альфа Карна. Также здесь у меня появились соседи, точнее соседка, пока что соседка. Господи, где там ник? Жанна. Можно было так. Что здесь валяется у нее сырое мясо. Я ей дал все вот эти вот построечки. Практически все что-то уже сама залуталась, и все хорошо. То есть дал ей инструменты. Они у меня валялись, и это деревянная вся фигня, а ей это явно пригодится. У меня бы еще фигня сколько бы валялись, а ей явно это нужнее будет. Блин, что у меня с гаммой? Я пока ночью бегал, я включил гамму трешку. Суть в том, что я просто здесь что-то адово как-то начали спавниться троадоны, здесь Карна был. Смотрю, что-то как-то кого-то убивают. Прихожу, смотрю, два сундучка валяются, думаю, надо помочь. Тут у меня были инструменты, думаю, господи, что мне, жалко что ли. Бегал по острову, убил альфа Карна, убил пауэр Карна и нашел тиранозавра спирита. Как я уже говорил, я хочу именно его томить в первую очередь. Ночью-то его как-то хорошо было видно, а вот днем что-то как-то не ахти. Очень рассчитано на то, что он все еще живой, и его никто не завалил. И все будет нормально. Так. Побежали. Он где-то здесь же был. Это Авираптор, сорян, чувак. Уже поздно. Я троадонов постоянно убиваю, они меня бесят. Они меня ебогу бесят. Убивал Карнача. Карнач был... прикольная раскраска. Убивал Карнача. Карнач был... Карна. Был 140-го левела. Кое-как его завалил. В том плане, что все равно бутыль использовать. Вообще прям по-жесткому дамажит. Кошмар. Все нормально. Сейчас на базе стал делать стрелы металлические, чтобы томить его именно стрелами. Тиранозавра. Слушайте, а что я бегаю? Я ж могу, по идее, я ж могу его кицалем поймать и... если фон меня ударит, я ж там сразу дрыхнуть буду. Меня сразу же оглушит и все, я сразу... Да... Не самая лучшая была идея. Тут альфач, который летал, трайпраш, они его и завалили. Такая вот проблемка. Ладно, по-новому буду искать. Кстати, тут у меня на острове стоит... На острове у меня стоит вот эта вот фигня. Ковш. Его все ковшом называют. Он, как я понял, добывает ресурсы, потому что меня спрашивают, что ты ковш типа не построишь-то. Мне пока что лень этим заморачиваться. Но надо, раз он добывает ресурсы, мне это нужно. Мне нужен камень в большом количестве, а лутать топором я уже задолбался. У меня такая грандиозная задумка по постройке дома. Такая мысль есть хорошая, что же сделать. Мне это нужно, мне это пригодится. Надо. Что будет дальше, там уже будет видно. Этот чувак, он, не знаю, что-то зашел, ему птера дали, он просто зашел, как говорится, и все, больше не играет. Уже 9 дней осталось. Вроде выходные были, как раз таки можно зайти поиграть, но что-то как-то нет. И бог с ним. Здесь у меня волк также развивается все еще. Здесь, получается, еще кто-то построился. Варман. И подарок от волка. Волк поставил тиранозавра. Кстати, на него здесь карначи очень часто нападают. Пока волк не в сети, все нормально. Или вот этот чувак даже. Суть в том, что на него нападают, убить него не могут, так как работает система защиты. И все просто здорово. Я подхожу спокойной душой, просто беру и убиваю
кого мне нужно, так сказать, без лишних заморочек. Вот. Очень даже удобно, когда у вас в соседях есть такой вот постоянно отсутствующий человек с динозавром снаружи. Вот. Так что выгодно, очень даже выгодно. А учитывая, что здесь карначи всякие спавнятся и тезики, это очень даже полезно будет для меня. Блин, вы видите его? Тиранозавра. Вот и я практически его не видел. Точнее, ее. Черт побери, она где-то здесь на экране у меня. Черт побери. Она, оказывается, здесь была. Она, оказывается, все время была здесь. Я зря бегал. И осталось найти где. А, во, на берегу. Вот. Как видите, найти просто нереально практически. И это даже очень фигово. Что же сейчас я буду делать? Да. Конечно же, давайте попробуем все-таки кицалем. Ладно, рискалем кицалем. Давайте попробуем кицалем словить и закинуть его в ловушку. Я очень рассчитываю на то, что мне это удастся, и кицаль не уснет. Вот. И, конечно же, не сдохнет. Вот. Если все будет нормально, то это будет просто офигенно. Потому что подходить в упор и бить копьем я точно не собираюсь. Я усну сразу же, так как с Старпором здесь проблема. На этом Рапторе, господи, блин. Пока в упор не подошел, не вспомнил. Я не читал, я так вспомнил. Вот. И как бы такие вот дела. Так, стоять. У меня есть бутыль. Антитарпор должен быть. Должен быть. Обязан быть антитарпор, бутыль хотя бы один. Посмотрим. Вдруг может все-таки получится, если что, заюзать. Кнап, вэкап. Ага, отлично. Так что все пучком. Я думаю, все будет нормально. И без лишних заморочек. У нас, блин, за окном еще. Я форточку открыл. Проветрить немножко. И там за окном воняет. А, что-то горит нафиг опять. Непонятное. Ну, да, и бог с ними. А у меня миссия куда намного важнее в этом плане. Так, погнали. Погнали искать вот. Ну, кстати, сверху. С высоты птичьего помета намного лучше все видно. Ну, конечно, с помета это вообще ни о чем. Хотя, если этот помет в воздухе летит, то тоже видно хорошо. Ну да, это лирическое отступление. Ах ты ж, ёб твою ж, налево, пошел ты в жопу. Эх, заюзайся, бутылечек. Собственно, о чем я и говорил. Не проканает, он сразу же бьет. И благо был бутыль. Торпор сразу же сбил. Да уж, два удара, 8 дырок. Так, он еще обвивает паутиной, пауки. Ладно. Тогда экипируем лук, экипируем стрелы топорные и будем пытаться вот сюда добежать и не проканает. Ну, собственно, как я и думал. Ну, мне повезло, у меня был один бутыль, причем я его не создавал, я его просто тупо выбил, не помню откуда. Вот, и, как бы, ну, наверное, с какого-нибудь выбил альфача или спирита. Так, ладно, стрелы у меня уже здесь готовы, так что все пучком, ресурсы скидываем сюда. Этих стрел, я думаю, мне будет предостаточно. Также мне нужен токсик блат. А мне еще надо лук состряпать. Блин, что-то забыл про него, то что мне надо лук состряпать. Блин, редкий цветок из тимбера еще нужно. Ну, благо этого говна у меня полно, и цветочки тоже имеются. Отлично. Так. Это торпорные. И все. Это. Блин, у меня столько стимбери было. И только настолько хватило. Это, конечно, да. Это, конечно, еще та подстава. Ну ладно. Что поделать? Если не проканает, буду пробовать еще раз. Ай. Так, вот тоже туда и туда. Так что. Ну, кстати, давай и грибочек тогда тоже туда же закинем.
А, подожди, или композитник у меня уже создан? Я не помню. Я его создавал? Нет. Лук не создавал. Только изучал. Так, а что нужно мне на лук? На лук мне нужно металл полимер, это понятно. Так, не оно. Металл полимер и цементный пласт. Ну, этого говна у меня полно. Так, металл у меня весь здесь. Твою мать, сраный верстак. О, фига. Металл у меня весь здесь, отлично. Зараза. Чё-то какая-то проблемка в том, что так печка стоит, но это фигня. Так, металл, полимер и цементная паста. Это все, что мне нужно, чтобы создать лук. А, создаем, забираем все ресурсы, сразу же скидываем их. А, это стрелы у меня не все, у меня здесь должно быть 1, 2, 3 стрелы должны были быть, но что-то я их не вижу. Да уж, что-то у меня со стрелами, однако, оказывается, не очень хорошо. Я думал, они у меня есть. Ну, на крайняк, я думаю, что обычные стрелы тоже проканают в этом плане. А, у меня же есть винтовочка, нафига мне обычные стрелы. Если у меня винтовочка есть, она мне куда больше поможет в этом плане. А, так, и мне нужна сама винтовка. Так, и лук, я думаю, уже готов. Отлично. Стрелы экипируем. Так, и я думаю, я от него смогу так убегать. Перекусить перед смертью. Ой, у меня нифига себе еды, это сколько потрачено. Ну, пожалуй, тоже можно сразу же взять. А чем его томить-то? Блин. Может, киблами? Я не помню. Я реально не помню. Ну ладно. Так, вот этот бутылечек давай сюда закинем. Чтобы они были все вместе. Ну, я думаю, киблами томить-то точно получится. Вот, и погнали. Побегу я в одного. Ну, в смысле, я не буду брать себе раптора. Я думаю, и в соло справлюсь в этом плане. Ну, либо меня сейчас грохнут, и я приду на раптор, и все. И все. И все. Ладно. Пошла жара. Очково. Сильно очково, я бы даже так сказал. Потому что не знаешь, как оно попрет. Вон, вижу на горизонте, вижу на горизонте. Так, перезарядочка. Отлично. Попал. Да ладно, не согрелся? Согрелся. Куда ж ты нафиг денешься? Еще раз попал. А теперь бежим. Бежим! Рам! Беги, глупец! Беги! Тебя догоняют! Перезаряжайся быстрее! Беги! Ой, блинский. Это, конечно, весело. Но, может, мне и винтовки хватит, если честно. Без понятия. Такс. Отрываюсь, да? Не-не-не-не. Не отрываюсь. Ну и в баню. Так. Так, все пучком. Заходим вовнутрь. Ай, промахнулся. Блин. А вот теперь попал. Отлично. Сейчас поближе подойдет и уже буду со стрел ловить. А, твою мать! Это что такое было? А он еще и постройки глушит. Да, самое главное полный натяг делать. Ёперный театр. Благо это камень.
А-а-а, пошел в жопу. Ёпрс, это долбанное сковывание. Стоять! Так, я надеюсь, я правильно бегу, да? Блин, я думал, он туда срулит. Ты же еще не спишь, да? Ёб твою ж налево! Беги! Глупец, беги! Тебя сейчас завалят нафиг! А-а-а. Не вижу. Мне кранты. Где? Что это такое, а? Сколько мы будем бегать туда-сюда? Ага. Стой, гад. Не уйдешь. Да, блинский, хорош уже бегать от меня. Вот поэтому нужно больше топорная какая-нибудь тварь. Да ты прикалываешься. Просто выруливает нафиг. Тогда, когда я пытаюсь попасть. Стрелы-то не бесконечные, алё, блин. Вот и беги к моей базе теперь. А тебя ловить легче будет. Точнее, томить легче будет. Не попал, да ладно, ты прикалываешься, что ли? Попал! Ну, наконец-то, ёк-макарёк. Это ж просто кабздюнь какая-то. Сколько можно было? Так, торпор не спадает быстро, это хорошо уже. Так, стрелы, стрелы, стрелы. Стрелы не собрать, а нет, собрать. А что мне дали в итоге? Металлические? Да вообще пофигу. Но то, что у меня тут раздербанил все, это, конечно, да, это было для меня неожиданность, что он камень может ломать. Хо-хо! Это была жесткая неожиданность. Так, ну, во-первых, возьмем также мясо. Обычное, я думаю. А, в смысле, вот такое мясо. Возьмем киблы, возьмем вот это вот говно. И погнали обратно. Да. Я очень рассчитываю на то, что у меня получится тебя притомить. Я очень на это рассчитываю. Ну, сами видели, что он творит. Просто чудеса. Точнее, она, извиняюсь, она. Так. Ты что? Хавыш. О, да, обычное мясо хавает. Отлично. Все здорово. На тебе киблы. Господи, что мне жалко, что ли? Не хочешь? Ну ладно, жри тогда мясо. Фу, пошла жара. Пошла жара, пошло утомление. Да, все просто здорово. Слышь? А, нет, мне показалось, сюда бежит. Все просто офигенно. Эффективность 100%, все нормально. Кушай, 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 не отвлекайся. Не отвлекайся просто так. Сколько у тебя там тропора было? 60 тысяч, да ладно, ты прикалываешься, нифига себе. Вот я задолбался просто тебя томить, если честно. Вот, ебога, задолбался там. А самое главное, очково. Потому что ударишь и все, сразу же спать. Но мне повезло, повезло. У меня из-за того, что стойкость вкачана, мне повезло, и я сразу же не уснул. Да, был бы фейл жесткий, если бы я там уснул. Что у нас тут хоть построечки-то? Да немного. Немного дамага по постройкам прошло, это хорошо. Кушай, 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 тезик. По факту, слушайте, что, реально мой первый тезик, который я на сезоне ловил. Сразу такой модовый. Я помню, я тезинозавра я томил, но я не помню где. Вроде бы на стриме, а не на сезоне я его томил. Да уж, так что, как вариант, да, это мой первый тезинозавр на сезоне. Ну, вы-то, понятное дело, знаете лучше, чем я, так что пишите в комментариях, это первый тезик или же не первый. Ну, и, понятное дело, писать первый, не первый, это не проканает, потому что вы часто пишете в комментариях первый, то, что первый комментарий. Так что пишите, первый динозавр. Это вот.
или терезинозавр. Это мне больше даст информации по комментарию. А то буду отвечать вам. Нет, не первый. Вот и все. Когда у меня настроение хорошее, я вам отвечаю, если вы там пишите второй, там, первый комментарий, а уже по факту уже не первый, я отвечаю. Нет, к сожалению, ты опоздал. И даже иногда пишу на сколько минут, потому что мне там пишет, на сколько минут комментарий был, вышел позже. Иногда я бываю добрым. Все, последний. О, да. Это просто кайф. Экипируйте седло. Экипируйте седло. Да уж. Ну-ка, что у тебя здесь? Торпорчик 127 тысяч, вообще все кайф. Здоровечка дофига. Урончик, конечно, это все вкачаем. Погнали. Все. Просто здорово. Изик у меня теперь есть. Так, ну я думаю, нужно будет седло. Кстати, ты кто там у нас бегаешь? Wild. Блин, здесь надо будет свои фундаменты проставить. Так, погоди, 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 погоди. О, баньки, про канала. Финиши. Молодец. А теперь пошли за... Куда? Сраные двери. Ненавижу вас. Сами закрывайтесь. О-о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 . Там делка еще одна напала. Добро пожаловать домой. Пошли. Давай, заходи быстрее. Отлично. Так, теперь стой. Давайте посмотрим седло. Блин, тебе же седло спирита надо будет. Oh, fucking shit. Ладно, давайте обычно седло стрепаем. Может проканает и все-таки может быть. И резинозавр. Ну, как бы, седло-то, я думаю, не проблема будет выбить. Главное, тезиков-то мочить побольше. Вот, но проблема в том, что их надо будет еще и найти. Так. Во-первых, надо киблы скинуть. Во-вторых, надо все ресурсы на место раскидать. И сюда. Хотя, вот, погоди, вот эти вот стрелы. Так, сюда. Или тоже сюда. Сложим их в быстрый доступ. Хороший арбалет тоже сюда. Болос тоже пригодится. Так, не вот это вот, а здесь есть попасемим. Чтобы я имел быстрый доступ к нужному инвентарю. И вот ты. Отлично. Теперь это. И все, вот это. Кроме вот этого, сюда. Так, что мне еще нужно? Создать седло. Седло у нас создается в верстаке 100%. Вот и к гадалке хоть не ходи. Вот, нет, не вот, 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 седло терезинозавра. Слиток металла, дерево, волокно и кожа. Заодно вместе с вами узнаем, можно ли на спиритов надеть обычный седло. Слиток металла, кожа, дерева нету, так что, блин, придется еще дерево идти лутать. Дерева же нету, да, дерево, 120 дерева. Черт побери, я все дерево потратил на постройки. Все чертово дерево потратил на постройки, но здесь что-то осталось, я все-таки ходил лутал. Фу, повезло. Так, дерево и что еще? Волокно же там надо, да, типа. Да, волокно. Волокно. Кстати, волокно тоже нужно подлутать. Если в тезик у меня будет лутать также ресурс хорошо, как и обычный тезик, так что все будет пучком. А самое главное, это седло. Седло, чтобы было у меня седло. Блин, я так столько много говорю и так без остановки. Наверное, вам это надоедает слушать. Как я без остановки не завелся, блин. Так, ну, тезик, давай, момент истины. Проканает седло или же по бороде? Не проканает, надо обязательно седло спирита. А, вот это уже чутка подстава в том плане, что его нужно создавать. А создавать я, понятное дело, его не могу. Наверное, не могу. Наверное, не могу. Так, а если в поисковик? А как там пишешься? А, как у тебя пишет? А, ну хотя что, спирит. Спирит. Я думаю, это будет вполне достаточно. Спирит. Спирита нету. Нету спирита. Да, как видите, только спирита. То есть, по-простому говоря, эти седла никак не создаются. Это означает, нужно обязательно его выбивать.
Да. К сожалению, у меня для спиритов с... Вот, к сожалению, у меня для спиритов нету. У меня есть Аллозавр, Анкила, Дункле-Остеус, Гигантозавр, Капрасух, Мегалозавр, Мазозавр, Мазозавр опять, Раптор и Спина. Никакого тиранозавра здесь, к сожалению, у меня по броне нету. Вот такая вот проблемка маленькая имеется у меня. Ах, ну а что поделать? Придется искать и убивать. В этом-то, пожалуй, и вся проблемка. То, что убить их не так-то уж и легко, так как они накидывают топор. Единственный вариант будет это бегать с ним и говорить: чувак, фас, что типа того. Ах, они такие прикольно танцуют, так хе-хе-хе-хе-хе. Смешно. Вот, поэтому как бы такие дела. Буду бегать на Рапторе, а если что, ему командовать, типа, чувак, надо убить. Вот такие вот дела. В общем, на этом я уже буду с вами, пожалуй, прощаться. Чел. Убили, притомили, все хорошо, просто все великолепно, я бы даже так сказал. Все просто замечательно. Пока что спирит есть, качать ему буду урончик, чтобы все было нормально и пучком. Вот, ну а что будет дальше? Дальше я, пожалуй, буду притаскивать к себе на базу альфачей и оглушать их, понятное дело. Дельфина я сделаю за кадром, а вот все остальное я уже, понятное дело, буду с вами на видосах, а именно на сезоне. Все, вот теперь точно на этом все. Поэтому не забывайте подписываться на канал, если впервые на моем канале, ставить лайки, если вам все понравилось в моем виде, и не только все, а какой-то определенный момент. Ну и, конечно же, комментировать. Комментировать — это самое главное. Чем больше комментариев, тем лучше мои видосы просматривают на YouTube. А это вы тем самым помогаете развиться моему каналу. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра. Всем пока.